После громкого убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в марте 2017 года в центре Киева подозрение пало среди прочих и на Владимира Тюрина. Будто бы свершившееся есть акт мести бывшего гражданского мужа супруги убиенного Марии Максаковой, оперной дивы и по совместительству депутата Госдумы. Запестрившее в прессе имя Тюрина вызвало в свою очередь интерес среди обывателей, многим из которых оно было просто неизвестно. Но для определенного круга людей Тюрина представлять не нужно. С российской стороны все обвинения в адрес Тюрина после его показаний по делу Вороненкова были сняты. А вот на Украине Тюрина считают виновным. Поспособствовала этому экс-супруга рассказами о безумной ревности бывшего мужа. Учитывая, что авторитет Тюрина в криминальных кругах далеко не секрет для спецслужб украинской стороны, значит, возможностей для совершения преступления более чем достаточно. А ведь когда-то романтические отношения между интеллигентным хулиганом и роскошной дивой из приличной семьи были весьма плодотворные. Двое детей тому доказательство.